В настоящий момент есть какие-либо препятствия для рассмотрения дела в состоянии вашего здоровья, других обстоятельств? Состояние здоровья нормальное. А рассмотрение дела – это ваше дело. Я тут вообще не считаю за суд, поэтому можете рассмотреть, что хотите. Приговор-то предрешен, это сам Сенцов тоже понимает. У меня единственная надежда, что после того, когда вся эта ситуация пройдет, когда уже будут приняты какие-то решения по делу, мы, скорее всего, будем бороться больше за срок, нежели за то, чтобы его оправдали, потому что я не думаю, что к нам кто-то прислушается в рамках данного уголовного дела и вообще кто-то оправдает и Сенцова, и Кольченко, либо даже квалификация поменяется, так говорить, по-хорошему. Поэтому я думаю, что будем бороться в основном за сроки, такие они будут. Но если считать, что Афанасьеву и Сиреневу дали по 7 лет, то, соответственно, выше 7 лет получат все остальные, в том числе и Кольченко. Ну, Кольченко, а наш-то и так понятно. Ну и дальше, мне кажется, может быть, будут включены какие-то процедуры обмена кого-то на кого-то. Потому что, как я ранее уже говорил, и до сих пор я придерживаюсь этого мнения, сколько ни бились, например, скажем, по другим таким аналогичным делам граждан Украины, чтобы их там поменяли на кого-то. Пока в Российской Федерации не пройдут все процедуры, скажем, признание виновными по тем или иным эпизодам уголовных дел, которые возбуждены в отношении граждан Украины, их никто никуда выдавать не будет и менять ни на кого не будет. Потому что для России это принципиальный момент для того, чтобы они были в рамках нашего государства признаны виновными в совершении каких-либо преступлений.